Фанаты Бритни Спирс забили нешуточную тревогу. Не успел народ порадоваться за американскую знаменитость, как теперь не могут ее найти. Вчера вечером певица удалила страницу в Инстаграм. Подписчики это сразу же обнаружили и попытались выяснить, в чем дело. После того, что творилось с артисткой долгое время, люди по любому поводу начинают поднимать панику и волноваться за блондинку. Что касается соцсети, подключился даже адвокат, который попытался успокоить фанатов. Мужчина заявил, что звезда сама приняла решение деактивировать свой аккаунт. Это лично ее решение. Другой надежный инсайдер сообщает, что с Бритни все хорошо, и она сейчас в прекрасном месте. А потом добавил, что тишина может быть сильной вещью и мощным посланием, и на некоторое время Спирс уходит из социальных сетей. В твиттере певицы появилось сообщение: «Ребята, не волнуйтесь! Просто сделаю небольшой перерыв в социальных сетях, чтобы отпраздновать мою помолвку. Я скоро вернусь». Таким образом, певица отреагировала на беспокойство своих поклонников, которые заметили исчезновение Инстаграм-профиля и заподозрили, что с Бритни может происходить что-то неладное. Тем не менее, некоторым подписчикам публикация в Твиттере показалась неубедительной. Они предположили, что сообщение написала вовсе не поп-звезда, а кто-то другой.